простому мужику, может быть, незавидному жениху добиться твоего внимания? Так, дело в том, что я веду такой образ жизни, я абсолютно не хвастаюсь. Мне очень сложно встретить простого мужика. Я не езжу в транспорте, я очень мало нахожусь в общественных местах. Поэтому где его взять простого мужика? Только разве что сантехника. Где Полина Лагунова, скажи? Она наверху, вся в предвкушении победы, поэтому поздравляйте. Мы держим за нее кулачки. И шпагат. Мы держим за тебя шпагат, Полина. Полина, мы держим за тебя шпагат. Хочешь выиграть в этом конкурсе? Не очень. Привет. Да, привет. Как дела? Уже виделись. Где? Неважно. Ты умеешь убирать? А что мне за это будет? Ты выиграешь в моем конкурсе? Нет. Машина? Нет. Стиральная? Тем более. Анна, ты снималась в клипе у Тимати? Конечно. И как он? Тимана. Достаточно хороший, галантный, молодой человек. А вот знаешь такого певца, как Олег Кензов? Нет. Он будет снимать себе клип скоро. Если бы он захотел, чтобы ты в нем приняла участие, сколько бы это стоило? Ну, вы знаете, все обсуждается. Она может быть и не на коммерческих условиях. Здравствуйте! Смешно. До свидания. До свидания. София Ротару, здравствуйте. Я не София Ротару. Извините, я ошибся. Не извиняю. От всего телеканала и от себя лично хотим тебя действительно искренне поздравить с этой победой. Она поцеловала микрофон. Ты молодец. Что скажешь про других девочек? Они лузеры. Лузеры? Да. Потому что они завидные невесты, а я уже невеста. Пригласи меня на борщ. С удовольствием. С пампушками. Приходите завтра. Завтра я вам на ушко скажу, куда. Ко мне домой. Пока. Пока. Это я оператор. Я тоже оператор. Вот и подошли к концу «Завидные невесты» 2014. Жюри выбрало своих победительниц, а у меня есть своя фаворитка, которая пригласила меня на борщ. Полина, прости, мир суров и несправедлив. У тебя есть жених, у меня нет жены.